Как работает энергетика? Вы запускаете энергетику, она дает определенные вибрации. Она посылает определенные вибрации органу. Орган вспоминает, как он выглядит, получая эти вибрации, и начинает самовосстановление. Вот почему это работает. Это понятно? Это не из области фантастики, так работает вообще все целительство, надо сказать. Вы получаете определенную энергетику, эта энергетика имеет в себе уже определенную информацию, как должен выглядеть этот орган. И вы фактически массажем посылаете все время этот сигнал. И наш организм начинает процесс восстановления. Вот как работает рефлексология. Так.